Инициативная группа по спасению Парка Победы, по факту возобновившегося строительства, составила обращение к временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Дмитрию Владимировичу Овсянникову. В обращении граждане рассказали историю парка, который с большим трудом был создан руками ветеранов и молодежи. Севастопольцы информировали руководителя города и об эпопее защиты парка от застройщика. Выступления в защиту парка начались еще в 2012 году. Тогда здесь развернулось строительство 10-этажных апартаментов. Активная гражданская позиция севастопольцев привела сначала к превращению проекта апартаментов в проект 4-этажного реабилитационного центра. Затем строительство было вообще заморожено. Сейчас горожанам опять приходится выходить на защиту парка. В прошлом году то, что мы приостановили, как бы сейчас с новой силой все продолжается. То есть с 1 марта продолжилась стройка, они уложили газобетонные блоки, сейчас установлены стеклопакеты, я так понимаю, что они уже занимаются внутренней отделкой помещений. То, что обещали в прошлом году по консервации объекта, то есть все нарушено, все продолжилось, и я так полагаю, что все идет к коммерческой сдаче. Пожилые люди отлично помнят, с каким трудом закладывался Парк Победы. Скалу под каменистым грунтом взрывали, завозили плодородную землю и высаживали деревья. Для нового парка город приобретал особо ценные породы. Засажен он целиком и полностью, целый список у нас, краснокнижными деревьями, уничтожать которые – преступление. Судьба Парка Победы волнует не только тех, кто когда-то его разбивал. Свои подписи под обращением к исполнительной городской власти ставят молодые люди. Их интересует, где они будут гулять со своими детьми. Еще молодежь возмущает то, что застройка парка продолжается вопреки мнению горожан. Недострой на территории бывшего зеленхоза по ночам доделывают, там потихонечку уже стенки появляться стали. То есть глядишь, и скоро еще один этажик бахнут, ну и так далее. То есть все это, конечно, напрягает, потому что парк у нас один остался, он и так как бы сухой уже почти, ну, его никто не поливает, не ухаживает, он больше на пустырь похож скоро будет, и еще его застраивают. По информации председателя общественного совета при Севприроднадзоре Натальи Афанасьевны Мельчаковой, экологической экспертизы проекта реабилитационного центра не было. Нет и данных об экологическом ущербе, который понесет парк. По мнению эколога, правительство Севастополя должно поставить точку в 6-летней войне между горожанами и застройщиками. Это вообще просто надругательство и над самим названием, и над тем, что должно принадлежать жителям. И тот ГУП, который с 1 апреля начинает функционировать, парки и скверы Севастополя, должен быть в первую очередь заинтересован, чтобы наши парки и скверы были сохранены. Я уже не говорю о том зеленом ковре, зеленых насаждениях. Фактически Парк Победы за последнее десятилетие превратился в аллею к морю. Этого не должно быть. И, конечно, обращаемся прежде всего к правительству города Севастополя, принять границы, утвердить границы города в городской черте нашего парка и внести запрет на любое строительство. Свои подписи под требованием остановить строительство в Парке Победы оставили не только жители Гагаринского района. На сход граждан приехали люди со всего Севастополя. Представитель застройщика общества «Форвард» Александр Устинкин на сходе не присутствовал. В телефонном разговоре пояснения давать отказался, мотивируя это тем, что находится за рулем мотоцикла. Елена Анисимова, Виталий Козловский, Севинформбюро.